В рэп-игре нередки случаи, когда артисты возвращаются с громким камбэком. Однако не так уж и часто у кого-то получается провернуть подобное несколько раз. И у нас в стране есть такой человек. Мы говорим про Джонни Боя, который, кажется, готовится кардинально изменить свою целевую аудиторию и вновь ворваться в чарты. Если вы помните, когда-то Денис Василенко уже громко возвращался в рэп-игру. Это было через целых 3 года после поражения Оксимирону на Versus Battle. Тогда его возвращение в игру обсуждали буквально все, но Джонни Бой снова ушел в тень. С недавних пор активность этого артиста резко возросла, и вот сейчас он начинает забираться на все новые и новые вершины. Что ж, давайте поговорим о Джонни Бой и его возвращении в индустрию. С вами канал Убиваю BPM, мы начинаем, поехали! Начать стоит с того, что буквально вчера Джонни Бой поделился с нами новым клипом, который довольно сильно отличается от того, что Денис сделал раньше. Композиция, на которой был снят клип, называется «Вакми», ну а сама работа выглядит вот так. Бенджи, это наркотик, столько за сутки, это мой профит, на бите топы, на бите профи, свечи Сатоши, на моем торте. Да, это полноценный трэп, который в исполнении Джонни Боя звучит очень интересно. Интересно, что он таким образом как будто пытается выйти на новую аудиторию, на аудиторию любителей трэпа в России, которых сегодня хватает. При этом тексты остаются в лучших традициях Джонни Боя. С интересным отсылками и пасхалками, об одной из которых мы расскажем чуть позже. Тем не менее, вернемся к тому, что Денис начинает двигаться максимально по-новому. Его мувы начинают в какой-то степени даже напоминать то, что когда-то делал Моргенштерн. Например, вот какую цепь я приобрел Джонни Бой. Она стилистически рифмуется и с клипом, и с треком. Вау. Очень солидно. Попробуй, пока я не буду снимать. Лёш, если солнечная погода, выйдешь? Это самое, чтобы все были в очках обязательно, иначе... Воу, дэн! Вот это бомба! Это пушка! Русский рэп плачет сейчас. Просто так, ребёнок! Только купаться в нём не ходи. Ну, без спасательного круга. Ой-ой-ой, что-то тяжело прям. Сколько делали? 2 месяца? Нет, месяц. Ну а вот как это выглядит в клипе. Мне не нужны концерты, вражки, вообще концерты, корпоративы, вечный хайп, промо и фотосет. Вы наверняка задаетесь вопросом, что же такое ВАГМИ. Это аббревиатура от английского We are gonna make it, что в переводе означает «мы сделаем это» или «у нас все получится». Судя по всему, таким образом Денис намекает на то, что он не останавливается в своем стремлении достичь успеха в сравнительно новом для него жанре. Также интересно, что ВАГМИ — это что-то вроде криптовалюты, с которой работает Джонни Бой. В общем, современный штука со всех сторон. Если говорить про интересные отсылки в новом треке Джонни Боя, нельзя не отметить строчку в припеве, которая звучит вот так. Бывшие опы, все они броуки, твоя хоу хочет и брешет когти. Кто же главный бывший оп Джонни Боя? Думаю, ни для кого не секрет, что речь здесь идет про Оксимирона. Да, трудно представить, что Окси сегодня броук, особенно после выпуска сверхуспешного альбома «Красота и уродство». Тем не менее, именно Джонни Бой сейчас активно донатит деньги в благотворительные организации, связанные в том числе и с Окси. Например, известно, что Денис отправил на помощь беженцам около 100 тысяч долларов. И еще 20 тысяч долларов фонд Оксимирона. К слову, еще в апреле Джонни Бой выпустил песню, посвященную событиям в Украине. И этой радуги просто не станет. К слову, ВАГМИ — это еще и название 7-го студийного альбома Джонни Боя, 4-го после громкого камбэка. То есть рэпер готовит не только разрывные синглы, но еще и полноценную пластинку. Интересно, что с 2018 года он активно работает с Жарой Мьюзик, которая затем стала частью Atlantic Records. Там же, как вы сами знаете, выпускается и Моргенштерн. Что ж, видимо, нам стоит ждать по-настоящему интересной работы, которая будет рассчитана на трэп-аудиторию. Танцы, регетон, кантри, Джонни Бой и 7-й его альбом. Но давайте обратимся немного к истории Джонни Боя. Рижский рэпер Денис Василенко начал публиковать записи в интернете еще в конце нулевых. В основном это были треки для интернет-баттлов. В 2010-м он победил в одном из них, что вызвало резонанс. Почти сразу вышел его первый альбом, досчитая до 10. На момент его выхода Денису было 19 лет. Обратный отсчет, секунды кончились, надо еще, давай добавим. Одна из первых выстреливших песен «Не просите извинений». Репрезент с посылом «Меня все ненавидят, но я крутой». Но в последнюю очередь, благодаря способному молодому режиссеру Денису Машканову, клипы Джонни Боя в 12-13 годах набирали миллионные просмотры, а сам он сформировал фан-базу и начал гастролировать. Ты зря меня к спискам самых не относил, не отражаюсь в зеркалах, я не отрасти. Все шло в гору, несмотря на то, что Джонни Боя много критиковали. Кому-то не нравилась манера его читки, кто-то считал, что его аудитория — это лишь маленькие девочки, а кто-то и вовсе говорил об откровенном бате Эминема. Тем не менее, популярность артиста росла, и в 15 году ее не мог проигнорировать даже Оксимирон. В 15 году состоялся батл Джонни Боя с Оксимироном, который
который Денис проиграл 5-0. Battle поставил вечный рекорд Версуса по просмотрам и стал точкой невозврата для Джонни Боя. Следующие его EP и несколько синглов были восприняты крайне холодно. Говорили, что и с концертами все вдруг стало резко плохо, а билеты якобы не продавались, аудитория отвернулась. После этого Джонни Бой пропал, буквально никто не знал, что же с ним происходило целых 3 года, пока в сети не появилось его интервью с Юрием Дудем. Василенко в интервью рассказал, что еще до знаменитого батла он отправился с подругой в Ирландию в надежде заработать. Были проблемы с концертами, а он купил новую машину и нужны были деньги. Так поступают многие граждане Латвии, имеющие право работать в любой стране Евросоюза. Однако работа за рубежом оказалась тяжелой и где-то даже унизительной. В Ирландии Василенко пытался устроиться на мясоперерабатывающий завод, но провалил собеседование. Однако примерно через неделю он смог устроиться на ферму, собирать шампиньоны. Проигрыш батл сначала не показался Василенко такой огромной проблемой, однако позже он осознал, что произошло что-то серьезное. После того, как вышло видео рэп-батла, на него обрушилась агрессия и критика в сети, которую он не ожидал. Следующие 2 месяца Василенко был без работы, ничего подходящего найти не мог и находился на обеспечении своей девушки, которая работала на том самом мясокомбинате, куда его не взяли. Тогда латвийский рэпер отправился в тур, который провалился, отчасти из-за отсутствия новых хороших песен, частично из-за последствий проигрыша батла Оксимирона, и Василенко лишился команды. По его словам, его проигрыш Федорову повлиял на его окружение гораздо больше, чем на него самого. Люди потеряли веру в него, и многие отвернулись. После этого с подачи организатора концерта в Эстонии Василенко пытался заняться сетевым маркетингом, продавать кофемашины и рыбий жир, но и это быстро закончилось, не увенчавшись успехом. К тому моменту Василенко накопились долги на 27 тысяч евро, и он с подругой вновь улетел работать за рубеж, в Англию. Там они устроились на работу через агентство в ресторане. Потом он стал барменом, общался с клиентами, подтянул английский. В месяц начал зарабатывать около 2000 фунтов плюс чаевые. Примерно через 2 года работы латвийский рэпер смог отдать все долги и запланировал творческий камбэк. Для отечественных слушателей это произошло неожиданно. 11 июня на его YouTube-канале появился клип «Интро». В нем рэпер, не показывая лица, намекал на то, что все эти 2 года писал новый материал и анонсировал альбом «Камбэк». Чуть позже стало известно, что пластинка «Вне времени» выйдет 8 июля. По карте мира перемещаясь, как Game of Thrones, проведу вас по следам, где вчера еще я пропал. В комментариях к «Интро» писали, что Денис ждал, когда слушатели подрастут, и в этом действительно есть доля правды. Сюжетный видеоряд с падением и возвращением очень нравится слушателям, но понять его могут те, у кого есть хоть какой-нибудь жизненный опыт. Так что и старой аудитории Джонни Боя, его верным хейтерам, и тем, кто узнал о нем, посмотрев батл, было интересно посмотреть, с чем он вернулся и как он изменился. К тому же по 2 первым трекам слышно, что перед нами уже несколько другой Джонни Бой, скорректировавший курс, не растерявший сильных сторон и замотивированный доказать, насколько все поторопились его похоронить. На этом же альбоме вышел довольно виральный трек под названием «Ви-ви-ви». Эй, слышишь этот вум-вум? Я завел свою машину, бейб. В общем, камбэк прошел как надо. Вся индустрия обсуждала возвращение Джонни Боя в игру, и он был, мягко говоря, на слуху. Ему пожелал удачи даже Оксимирон, его бывший оппонент. Вот его цитата. «Батл закончился 3 года назад. Было бы странно, если бы он все еще продолжался в моей голове. Почему бы не пожелать человеку удачи, если он вновь нашел в себе силы что-то делать? А похоронить карьеру артиста не может никто, кроме него самого». Затем у Джонни Боя выйдет еще 2 альбома. «Демоны проснутся в полночь» и «Орбит». Последний зайдет не так хорошо, как те же «Демоны», и уж тем более не так хорошо, как альбом «Вне времени». Возможно, именно поэтому перед Джонни Боем сейчас стоит задача вновь ворваться в игру так сильно, как он только сможет. Мы были спутаны чертовыми сетями, встретил тебя на улице с мертвыми фонарями. Вообще, Денис всегда был максимально открыт для своих слушателей. Какое-то время он даже вел блог на своем YouTube-канале, где рассказывал, что происходит в его жизни после возвращения в рэп-игру. Однако сейчас канал полностью переформатирован под музыкальное творчество артиста, и блогов больше нет. Видимо, нас ждет действительно что-то крутое и масштабное. Что ж, мы будем ожидать. Глаза подло читать, я, когда кругом ахуй сделал секс. Фингерс будто... А на сегодня у нас все. Как вам новый клип Джонни Боя? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убиваю BPM. Меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока.